Более 90 человек погибли в Кабуле в результате взрыва в дипломатическом квартале этого города. Не менее 400 получили ранения. Большинство пострадавших – это мирные жители, среди которых женщины и дети. Взрыв прозвучал в утренний час пик и был настолько мощным, что повредил дома и автомобили на расстоянии нескольких сотен метров. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка ИГИЛ.